меня зовут Вика, и в своей официальной группе ВКонтакте я спрашивала вас, какое вы видео ждете от меня следующим, и очень многие проголосовали за видео мои покупки с AliExpress. Так что да, сегодня мои покупки с AliExpress. Последнее подобное видео я делала очень давно, приблизительно год назад, может быть чуть меньше, я даже не знаю, сможете ли вы его увидеть сейчас или нет, потому что я могла его скрыть, неважно. Но да, и за это время у меня накопилось немало покупок. Я покажу самые любимые, самые крутые. Постараюсь оставить для вас ссылки в описании. И боже мой, какое у меня крутое сегодня настроение. У нас целую неделю в городе просто офигенная погода. И кстати, напиши в комментах, какая погода сейчас у тебя и ждешь ли ты уже весну. Я лично безумно жду весну. И скорее бы. И не только потому, что у меня день рождения. Ну а перед началом видео поставь палец вверх под этим видео. И давайте наберем под ним 30 пальцев вверх. Я уверена, что мы справимся. И на моем канале сейчас проходит просто море крутых, офигенных конкурсов. Не забывай в них участвовать, пока что еще есть время. Также подпишись на мой канал, если ты до сих пор этого не сделал. Ведь дальше круче, и мы начинаем. И начнем мы, наверное, с одной из моих самых любимых покупок. Это вот такие вот очки. Как я поняла, они сейчас очень популярны, и типа Tumblr, и да. Напиши в комментах, идут ли мне эти очки. Я надеюсь, что да, но я в этом не уверена. Что сказать про качество? Оно мне понравилось, я на самом деле переживала, что они могут прийти разбитыми, но нет, они пришли аккуратно упакованы в такой пупырчатой штуке, это так, кажется, называется, да. Но мне очень понравилось качество, и если эти у меня растянутся, я, может быть, даже закажу вторую пару. Также я заказала вот таких вот два скотча, они выполнены как кружево, я заказала красный и желтый, но его полностью истратила, когда снимала для вас видео об организации рабочего стола. К сожалению, скотча здесь очень мало, то есть я фактически сделала обводочку для листа 4, скотч закончился, это было грустненько, но скотч классный, а цена вкусная. Следующее, что я заказала, это вот такие вот наклеечки на баночку. Я изначально хотела их использовать как наклейки на тетрадку, но у меня не было белой ручки, так что надо пойти в магазин за белой ручкой, да. Изначально я думала, что они окажутся качества не как вот меловая доска, а как обычно наклеечки, это оказалось не так, и меня немного огорчило. Но качеством я довольна, и на самом деле я буду очень скоро их использовать, у меня есть очень много идей. Ну а следующее, это вот такой вот, я не знаю, это скотч, не скотч, это что-то вот такое. Это как, скорее всего, декоративный скотч, просто выполнен в виде ленты, как вот есть корректор лента, так вот это скотч-лента, да. Я выбрала с кофе, здесь просто офигенные рисунки, мне очень нравится и качество, и цена, и как это выглядит, это очень круто. И сейчас будет одна из моих, наверное, самых любимых и крутых вещей, которые я заказывала за последнее время. Это вот такая вот футболка, которую я заказала мне и моей лучшей подруге, футболки Best Friend, если вы еще не поняли. Я заказала себе и подруге размеры M, и пришли они четко по размеру, они очень неплохо смотрятся, как на меня, и выглядят просто офигенно. Качество очень хорошее, все швы ровные, не кривые. Цена хорошая, и пришло оно мне буквально за 2 недели. Мы с Таней очень долго искали футболки, которые будут нам нравиться обеим, которые не будут и вычурными, и классными, и наконец-то нашли, и я полностью довольна этой покупкой. Ну а сейчас будет просто море кулонов, которые, к сожалению, запутались. Я где-то ближе покажу вам, как смотрятся эти кулоны, и все, что я хочу сказать вам, это то, что кулоны на Али дешевые, качество нормального, очень крутые и очень много вариантов для выбора. Так что я всем рекомендую заказывать оттуда вот такие вот кулончики, потому что они очень милые, прикольные, дешевые и классные. И еще одна просто крутецкая покупка, это вот такая вот гирлянда. Я ее сейчас даже включу, да. Честно говоря, я думала, что шарики вот эти будут побольше. Это оказалось не так, но это никак не испортило эту гирлянду. Она на батарейках, я давно себе хотела такую гирлянду. Батареек в комплекте не было, я купила свои. Гирлянда была очень даже по неплохой цене, крутого качества. И пока что ей довольна, так как прошло уже 2 или 3 месяца, и она пока что работает. Ну а там посмотрим. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, ждешь ли ты весну и какая у тебя погода в городе. Сияйте, увидимся в следующем видео, пока!